«Мир вашему дому и пусть все будет хорошо». Под таким названием в ДК «Палиха» провел свой отчетный концерт на Хабинский клуб «Мечта». В нем работают 12 кружков и секций, которые посещают творческие личности от 1,5 лет. Мне придется самому. Как колоть-то? Не пойму. Ну, топорик, что ж, давай. Постановка сказки «Вовка в 39-м царстве» в исполнении юных артистов оказалась настолько удачной, что ребята отправятся на гастроли. В мае полный спектакль покажут в детских садах на Хабино и Красногорском океанариуме. Культивируют в клубе «Мечта» и народное творчество. Есть свои лошкари, исполнители песен и оригинальный световой поинт. В клубе «Мечта» работают дипломированные педагоги. Большинство – молодежь. Их старания приносят свои результаты. Это не только яркие номера. В этом году из 360 человек, которые занимаются в кружках, почти 300 стали лауреатами первой, второй и третьей степени различных конкурсов. В том числе в Казани, Бресте, Туле и Минске. Очень приятно впечатлен, конечно, от того, как выступают дети на этой сцене. Вот хотелось бы от души поблагодарить и наш коллектив педагогов «Мечты», которые, в общем-то, вкладывают все воспитание детей, прививают любовь к такому светлому, любовь к культуре. Работников клуба «Мечта» отметили наградами от администрации. Свой подарок за вклад в воспитание молодежи вручили и представители местного отделения партии «Единая Россия».